сожалению, это не только ведь в Мордовии. Во многих регионах сегодня нашей страны такая проблема существует. И я думаю, конечно же, тут два таких важнейших вопроса. Естественно, мусульмане и мусульманки, я думаю, что не должны и никогда не отойдут от своих религиозных принципов, которые, в общем-то, однозначно и безапелляционно предписываются мусульманам. Это такие, как намаз, руза, закат, хадж, там другие, в том числе и ношение мусульманской формы одежды. В российском понимании слово «хиджаб» — это целомудренная форма одежды и покрытие головы головным платком, что было, в общем-то, традиционно для всех народов, которые сегодня проживают в Российской Федерации. Это будь то христиане, иудеи, мусульмане, я думаю, что и буддисты, и других какие-то. Есть вот староверы, которые называются, они и сейчас эту форму соблюдают. Поэтому здесь, я думаю, что вот первый такой вопрос, что дезинформация произошла, потому что под названием хиджаб многие понимают, чиновники в том числе, что это вот та саудовская форма одежды или афганская форма одежды, когда полностью закрыто лицо. Или они лукавят. Поэтому они вот это все как бы преподносят, как будто бы мусульмане Российской Федерации никогда женщины не носили платка, хотя это абсолютно противоречит всем историческим данным. Мусульманки никогда не могут отказаться от этой формы одежды, иначе как будучи грешницами. И поэтому можно сказать, что вот эти чиновники их принуждают к греху тех мусульманок, которых они принуждают отказаться от части их, скажем, мусульманской формы одежды. Ну, то есть выход один, я думаю, что требовать своих прав религиозных, в частности, вот в этом вопросе, требовать национальных своих прав, тем более этот скандал разразился в чисто татарском селе, успешном селе, в котором люди испокон веков трудятся, работают, строят хорошие дома, растят детей. Это село Белозерье, оно отличается от многих других сел тем, что там каждый год рождаются очень большое количество детей, там школы, есть детские сады, есть производство налаженное. То есть с этого села можно было бы взять пример многим регионам Российской Федерации, где колхозы там бывшие лежат в разрухе, брошенные отцы, брошенные матери, старушки проживают в умирающих деревнях, да? А это здоровая, рабочая такая, трезвая деревня, село, деревня татарская. Вот. Поэтому и другой, конечно, вопрос. Нужно, я думаю, что разъяснять это и чиновникам разъяснять, и использовать те методы, которые сегодня в Российской Федерации существуют, в том числе и судебные органы подключать, адвокатуру подключать.